Всем привет! Вы находитесь на канале Ассоциация защиты животных. И в этом видео поговорим о том, какое должно быть колесо в клетке хомяка. Хомяки в природе очень много бегают в поисках пищи или спасаясь от хищников. Установлено, что взрослый хомяк может пробежать за ночь до 15 километров. Поэтому колесо в клетке хомяка – это любимый тренажер, на котором грызун будет проводить большую часть своего времени для поддержания физической формы. Если во время бега в колесе хомяк постоянно спотыкается или сильно изгибает спину, значит колесо для него маленькое. Для карликовых хомяков размер колеса должен быть не меньше 14 см, а для сирийских хомяков не меньше 18 см. Желательно иметь сплошные колеса, пластиковые или деревянные. Обращайте внимание на то, чтобы внутренняя поверхность колеса не была скользкой. Допускаются и металлические колеса в сетку, но голая металлическая поверхность в некоторых случаях может вызывать натоптыши. Колеса, имеющие отверстия, являются травмоопасными для лап хомяков, поэтому рекомендовано переплетать их картоном или другим прочным материалом. Беговые колеса должны иметь безопасное крепление. У некоторых железных беговых колес подставка расположена почти впритык к рабочей поверхности. Такая конструкция может быть опасной. Если во время бега лапка хомяка случайно окажется между рабочей поверхностью колеса и его подставкой, то лапку просто отрежет. Такие колеса нельзя устанавливать в клетках хомяков, вне зависимости от их размера. Часто люди убирают беговое колесо из-за шума, который оно создает. Этого делать нельзя. Можно попробовать изменить положение колеса или перенести клетку в другую комнату. Беговые диски несут ту же функцию, что и колеса. Их рекомендовано ставить в клетку, где живут несколько хомяков. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео.